Многие задаются вопросом, как же стать популярным на Ютубе? Давайте же сегодня разъясним, расставим, так сказать, все точки над «и», что нужно, чтобы от тебя текли телочки и негодовали мальчики, да? Чтобы у тебя была огромная фан-база и чтобы ты был в шоколаде, как многие считают. Давайте же проверим, игрушка TubeStar 2016 нам в этом деле сегодня поможет, я надеюсь. Так, что тут у нас есть? Нова йога, мне не нужна нова йога, давай лучше русский язык вернем, благо здесь он присутствует. Новая игра, и посмотрим, что, собственно, делать. Обычная игрушка, няшный котейка первый, испытание и ультра. На ультрах тебе, собственно, не совладать, сын мой, там слишком жесткое поле для битвы, именуемой русским ютубом. Ладно, обычная игра у нас. А вот такое вот у нас получается интересное менюшка, я не знаю даже, как это назвать. Игра полутекстовая, или даже полностью текстовая. Я слышал, что есть какой-то симулятор ютубера, где типа есть какая-то анимация, тебе надо ходить что-то выполнять. Здесь вроде по-простому. У меня есть начальный капитал, 1100 баксов. И эта сумма должна мне помочь стать суперпопулярным. То есть я должен купить где-то рекламу, где-то что-то там пропиариться как-то. Сейчас мы попробуем освоить так называемые навыки. Вернем меня в 2011 и посмотрим, что... как происходило. У меня не было 1100 долларов на то время, и, наверное, хорошо. Так, у нас есть план дня, у нас есть менеджер видео и Tube Stars. Давайте посмотрим. Мы работаем с 9 до 5 вечера, у нас работа. А мы можем с нее уволиться. То есть, если ты понимаешь, что эта грань уже настала, что ты зарабатываешь столько, сколько не зарабатывал, наверное, никто в твоей конторе и больше своего начальника-босса, то ты, наверное, можешь уволиться. Ну, наверное, так работает эта система. С 6 до 11 вечера у нас есть свободное время, то есть в этот промежуток дня мы можем распределить какие-то обязанности, там, создать канал, там, кому-то написать, коллаборироваться с кем-то и так далее. Так, записать видео, монтировать и изучить. Давайте запишем ролик с названием, давай напишем так, Олег Брейн показал лицо. Нет, не идиот, лицо, шок, нах. Вот как-то так. Жанр игры, предположим. Работать мы будем 3 часа, и цену, я думаю, можно установить $200. Атрибут. У нас есть 1 очко навыков. Улучшенное качество. Твои умения немножко увеличились из-за качества ролика. Либо рассказать друзьям. Большой шанс публикации. Давай выберем первый вариант. Тут есть еще другие, но они будут открываться, я так понимаю, что в новые дни. Олег Брин показал лицо. Шок, нах, съемка. Часов осталось 3. То есть я нажимаю сюда раз... 2, 3. То есть мне нужно 3 часа времени потратить на съемку того, чтобы Брейн показал свое лицо. Едем дальше. А менеджер видео. Нет информации, не выпущенные видео. Давай сделаем название, предположим. The... Я так понимаю, что где-то здесь, наверное, канал создается сам по себе, да? Так, did. А количество рекламы. Мало, средне, много. Я думаю, что мы можем сделать, в принципе... Оставить среднее? Посмотрим, что нам это даст. Видеороликов у Брейндита пока что 0. А как у нас это работает? Подписчиков 0, доход от канала тоже 0. Tube Stars, то есть те уже, кто, собственно, на какой-то там карьерной лестнице находится, чувак с 20 подписчиками явно знает толк во всех этих делах. Cat Crazy Kate. И самое интересное, что если я кликну на этот ролик, то меня перебросит на ютубчик, чтобы я это дело посмотрел, возможно, такая себе реклама. Окей, что я могу сделать? Нет, новый ролик я пока делать не буду. Так, тут у нас Олежка снимает свой ролик, и, собственно, можно монтировать его. Олег Брин показал лицо, шок, 4 часа. А давай не будем монтажом заниматься. Вот, серьезно, вот ничего не будем делать, выложим, так сказать, в чистом виде, изучить. Здесь можно развивать себя духовно. Изучение, съемка видео. Цена 500 баксов. Часов до выполнения 5. И почему-то я вижу каких-то пьяных гопников-азиатов на фоне заднем. Изучение, обработка видео первого уровня стоит также $500. И семинар по изучению искусства монтажа стоит тоже уже не 500, а 1000 баксов. Хорошо. Съемка видео. У нас первый этап. И это делится на 5 часов. То есть 3 часа я смогу поработать. А на следующий день мы оставим остальное уже. Так, смотри, как мы делаем. Вот так, чпоньк-чпоньк. У меня 450 баксов. А доход у меня 0. И я еще нигде не числюсь. То есть, как бы... Печаль, твою мать, беда. А, запись видео. Жанр... Подожди. Так, что у нас? $500. То есть я стал чуточку богаче. Видеоролики. Ребят, чего, бля? Олег Брейн показал лицо. Реакция бабушки. Это что за нахрен такой? Майнкрафт? А! О!
Опа, тихо, спокойно. Что происходит? Ладно, ну давай выберем это. Купить просмотры. Давай купим дохера просмотров, чтобы все поверили, что это Брейн и Дарья Киска. Так, канал The Brain Did. Отлично, по-моему, что-то у нас получается. Ну, 29, я купил очень много просмотров. А давай выберем себе занятие на этот день какой-нибудь. А, допустим, я хочу изучить обработку видео. Недостаточно бабла, я полностью на нулях, потому что вложился в ролик. 10 подписчиков! Фу-ху-ху. Хорошо как. Просто найс, что мне скажет... 25 024 просмотра. Брейн показал лицо. Подписчиков 762. Доход от канала примерно 1 бакс. Что самое интересное. Я не знаю, как долго может быть этот ролик здесь у нас популярным. Давайте на следующий день. У меня уже 100 подписчиков. То есть людям стало интересно. Я начал немножко зарабатывать деньжата. 250 подписчиков. 500 подписчиков. Просто деньги зарабатываем. 10, 11, 12, 13. Прошло 20 дней, у нас $925. Я могу себе поднять квалификацию. Я начну изучать обработку видео. Мне кажется, это будет прикольно. Давай сделаем на этот день у нас обработчика роликов. 26 тысяч просмотров, и нам пора бы запускать, наверное, какой-нибудь новый ролик. Так, ну давай попробуем. Я вот думаю, как бы нам это... Подожди, тут это делается? Или вот все-таки вот здесь? Давай название выберем. Мы снимаем, так как у нас игровая тематика, давай сделаем GTA Online. Ну, как-то так, предположим. Я буду работать над ним 3 часа. Я заплачу $300, больше, чем обычно. И у меня есть 2 очка, которые я могу сейчас потратить. А своя изюминка, вы внесли в ролик необычное что-то, и качество видео повысилось, так сказать, да? Изюм. Видео не может быть заблокировано. У нас есть какой-то боевой щит, видимо, от авторских прав и прочего. Своя изюминка. Давай попробуем. А, давай вот так вот сделаем. Я могу выбрать вот тут? А, сразу 2 очка на это тратится. Окей, окей. Съемка GTA-шки у нас переносится на следующий день. Смотри, что у нас. 177 баксов. GTA мы сейчас распланируем. И посмотрим, как у нас дела здесь. Давай тут тоже что-нибудь сделаем. Так... Давай тоже назовем GTA. Тихо, нет. Какой пев? Давай GTA. Вот так, GTA 5 онлайн. Я повышу, наверное, количество рекламы. Давай сделаем вот такую вот штуку. Чё? О, GTA онлайн, смотри. Так, что тут у нас за превьюхи? Прохождение, пикап с хука, гонки. Какую-то надо моднявую превьюшку. Ну, предположим, вот так вот. А, купить просмотры. Сколько? У меня 8 баксов. Ёпты, я ничего не куплю. Эх, ладно, попробуем, может так прокатит. У нас есть теперь 2 видеоролика. 29, 31, это что у нас, хер его знает. А, доход от канала $78. 805 подписчиков. Интересно, девки пляшут. Ладно, давай себе еще что-нибудь распланируем и пойдем, собственно, творить добро. Поторопился, нет видео для монтажа у тебя. Почему у меня нет видео для монтажа, если у меня есть статистика, и ролик можно удалить, если, допустим, что-то с ним не так. Этажка онлайн, подписчики 0, пока что у нас тут все очень плохо. Так, $1000 у меня столько нет, зато 228 бачей как бы есть. Так, давай, просто живем, у нас денежки не кончаются, ролик, наверное, уже посмотрели. Сколько? 549 просмотров, как-то вот не прет пока что, да? Значит, что мы делаем? Мы сейчас подкопим. Так, ох, как бабло капает, смотри. Оп-оп, событие, связанное с вами. Видео GTA Online было заблокировано в связи с нарушением авторских прав. Да пиздец какой-то. Ах, твою мать, 828 просмотров. Вы хотите оплатить наши услуги в 500 баксов, чтобы разблокировать это видео? Правильные и неправильные. Давай. Я заплатил кому-то $500, чтобы мой ролик разблокировали. Это ж просто ахинея какая-то. Ладно, видимо, мы договорились с тем, у кого есть права на это видео. 33 лайка, 36 дизлайков. То есть кому-то оно не нравится. Окей, хорошо, предположим. А, я думаю, что мы запишем еще какой-нибудь ролик. Давай сделаем так. The Brain Did. Ну, как бы так еще интересно назвать. Просто лицо. Просто, не ЛЦО. А просто лицо. Шок, угар, безумие. Да что ж ты не попадаешь-то по клавишам? Безумие. Можно еще кучу восклицательных знаков. Как-то так. Количество рекламы среднее давай оставим. И у нас получается вот такой вот есть ролик. Сейчас мы себе распланируем
на остаток дня, что мы хотим с вами сделать. Записать мне пока не надо. Монтировать я пока его тоже не могу. Я могу себе повысить квалификацию искусства монтажа, чтобы можно было заниматься тем самым монтажом. 1000 баксов. Нет, подожди, а я могу брать? 11 часов, ладно, хер с тобой, короче. Поехали. И это тоже надо распланировать, и следующий день у меня немножко деньжат как бы есть. Так, что у нас по роликам? Доход пока что ноль, а почему ты не выкладываешь, скажи мне, пожалуйста? Пока, видимо, нельзя еще, да? Оп-оп, так, немного деньжат себе соберем. 72 дня, тем не менее, мы уже с вами работаем. Так, подписчики, 10-12, ну такой, знаете, аналог Social Blade, я бы сказал. Средний просмотр, окей. Тюбстар, что у нас тут? Господи, что тут только нет. Ладно, Monkey Island я там увидел. Давай попробуем записать ролик. Назовем его «Веселая игра с друзьями». Может быть, кооперативы затащат. Так, работаем 3 часа и $200, давай. У нас есть 3 очка навыков, боевой щит. А ну-ка посмотри, давайте вот так вот мотнем. Видео может быть просмотрено несколько раз. Пили сколько хочешь, снимайте видео одного и того же жанра, больше лайков. Вместо подписки ты получаешь по 1 баксу, называется этот краудфандинг. Дизлайк, тот же лайк. Шанс того, что видео будет опубликовано, даже если поставлен дизлайк. Так, своя изюминка. Давайте сделаем вот так вот, чтобы ролик просматривался несколько раз. Так, веселая игра с друзьями, съемка этого ролика. Я теперь, кстати, по-моему, могу его монтировать. Часы, давай 4 часа на монтаж потратим. И следующий день, что у нас? Вот так вот, готово. И ролик у нас не выпущен. Веселая игра с друзьями, что за пиздос, блять? Что за нахрен? 3 очень интересных и увлекательных игры, приятного просмотра. Это неинтересно. Пеппа, свинка Пеппа. Маленькая свинка Пеппа. О, нет, машинки как не то, тоже что-то не то. А, твою мать. Бля, что происходит вообще? Какие-то девочки, какие-то мальчики. Так, Пеппа. Томик игрок. О, я вот этих вот поставлю. Это довольно няшно. Канал у нас... О, это я каналов себе насоздавал, ёпты. Ладно, спокойно. Что-то у нас с деньжатами. Давайте купим себе... Хотя бы 10 тысяч просмотров. Вроде как бы деньги позволяют это сделать. Поздравляем вас, у вас 1000 подписотов. 10 тысяч просмотров у нас уже есть. Веселая игра с друзьями. Да, как Брэйн показал лицо. 27 тысяч просмотров, пока что рекорд у нас там. 75 дней, у нас есть немножко деньжат. И мы с вами продвигаемся дальше. Так, если пока ничего эпичного не планирую, давай сделаем изучение... обработки. Давайте съемку, чтобы научиться круто, классно снимать. Надо тратить на это очень много времени, чтобы все было по чесноку. Так, готово. Наснимали. 12 тысяч просмотров итого. 718 лайков и 452 дизлайка. Вот такие вот у нас дела. Так. Давай будем еще что-нибудь снимать. Так, что бы мне такого сделать? Давай, Брэйн. Олег, нет, давай сначала напишем так. Олег Брэйн. Сатона, предположим. Шок. Жанр по-прежнему у нас игры, часы работы. Давай сделаем 4 и цену поставим максимальную, чтобы просто посмотреть, что нам это дает. 3 очка у меня есть. Дизлайк тот же лайк. Пили сколько хочешь. Выкладывайте рекламу. Рано сейчас заниматься рекламой у нас... 666 баксов, и это как бы не зря я сейчас назвал ролик, что Олег Брэйн у нас сатана, потому что, блять, такие прям цифры совпадают у нас. Дизлайк тот же лайк. Шанс того, что видео будет опубликовано, даже если поставлен дизлайк. Давай. Готово. Работаем 4 часа и поехали на следующий день. Что у нас здесь? Сатана шок, япона мать. Че тут у нас за жесть такая творится? О, Ивангай! Прекрасно! Что там он... Блять, какие-то... Че за нахер творится тут? Не-не-не-не, давай вот так вот поставим. Плачущий будет очень даже в тему. Я хочу купить 25 тысяч просмотров. У меня недостаточно бабла для этого дела. Ладно, давай вот так сделаем. Так, следующий день. Что мне даст следующий день? События, связанные с вами. Экономика страны упала. За проживание в своей квартире вы будете платить больше. О, Господи Иисусе. Что у нас? Давай посмотрим.
10 тысяч просмотров, Брейн Сатана, шок, разоблачение века. Я бы так это назвал, да? Невыпущенные ролики. Так. Ну, сейчас посмотрим, что у нас в Тюбстаре. Ничего пока интересного не творится. Давай что-нибудь новенькое запишем. Так как мы снимаем про себя, надо как-то себя продвинуть. Я так понял, что если я пишу Олег Брейн, оно что-то там на Ютубе похожее по превьюшкам тырит. Интересный, конечно, момент. Так, давай попробуем. Брейн играет с Дашей. Предположим, жанр игры. Так, часов работы 3, и 200 баксов у нас это будет стоить. Так, я вот думаю, что бы нам еще взять? 250 бесплатных просмотров, конечно, классно, но улучшить качество, мне кажется, все-таки приоритет. У меня есть 2 очка, между прочим. Давай свою изюминку сделаем. Это будет наша изюминка. Надо потратить на это 3 часа, и у меня остается еще 3 часа времени. Я 4 часа буду это монтировать. Я вот не знаю, что из этого выгорит, правда. Оп, следующий день, еще часик монтажа, и у меня $304. Так. Брейн играет с Дашей. Пожалуйста, вот так вот у нас все есть. Агарю, о, мои превьюшки пошли в моего канала. Who's your daddy, с канала Даши. Там Ways to Die. Так, чтобы у нас выстрелить? Лезерио, Агарио, Ultimate Chicken Horse. Давай Агарио. Я знаю, что очень много любит людей в нее играть. Купить просмотры. У меня вроде там немножко деньжат было. Я куплю на эти бабки себе просмотров. Так, готово. Что мы имеем в итоге? Так, денежки у нас растут. Мне просто интересно, докуда мы так дорастем с вами? $1000, $2000. Ты лежал на диване и случайно нашел $2.82. Заебись, просто крототень какая. Так, давай дальше. События связаны с вами. Роботы захватили мир. Вы обязаны подчиняться им, иначе они убьют вас. Серьезно? Что мне для роботов снять? Так, давай тогда попробуем. Джон Коннор, сейчас мы напишем. Джон Коннор, вернись и спаси нас. Не соси, спаси. Спаси нас, Джон Коннор. Так, в конце надо восклицательный знак. Окей, давай будем работать по-среднему на это дело. Оки-доки, 3 очка у меня осталось. Что мы еще не пробовали? Место подписки снимай. Давай пили сколько хочешь, выберем. Отлично. С Джоном Коннором это дело замонтажировать бы надо, наверное, да? Давай попробуем. Я думаю, что 5 часов мы поработаем над монтажом. Видите, такая вот текстовая игрушка. Не для каждого, конечно, но, в принципе, свой шарм в этом есть. Обязательное подчинение роботам. Встань и иди. Тебе нужно не меньше 10 тысяч баксов, чтобы начать восстание против роботов. О, нихуя. Ладно, я надеюсь, что Джон Коннор, вернись и спаси нас, это нам поможет. Так, делаем вот так вот. Готово. 10 тысяч баксов, вы что, издеваетесь? Сколько мне надо снимать-то придется? Вас пропиарили на известном сайте, вы получили 270 подписчиков. Интересный факт, ты ж... там не надо, видеообзор. Не, Майнкрафт, это моя превьюшка. Том, говорящий врач. Врачи, Майнкрафт. Чего, 9-й левел? Так, я думаю, что пара школьников не продвинет нас. Как создать игру на Unity, Minecraft Gaming. Господи, чего тут только нет. Какая-то азиаточка. И вот крутая тачка. Я куплю себе много просмотров, давай. Бабло у нас как бы есть, поэтому позволяет все это делать. Так, что у нас в итоге-то? Публикованный ролик, 29 тысяч просмотров и... как бы 50 на 50, не 50 на 50, смотри, 6 тысяч лайков, 3600 дизлайков. Что у нас по статистике? Просмотры, подписчики, именно в первый день их было максимально много, и доход с канала был в этот день $522. Ни хрена себе мы живем-то с вами. Ладненько, давай еще попробуем, что у нас тут есть. А, мне нужно 10 тысяч баксов, чтобы начать вас... Давай попробуем, я накоплю. Если ничего плохого не про... Ты выиграл 200... О, неплохо, в конкурсе красоты. Ничего так. Так, почти полтяшничек мы с вами рубанули. Ну, 5000 баксов у нас есть. Я вот думаю, как нам бы... 229 дней. Экономика приходит в норму, стоимость проживания уменьшилась. Можно зарабатывать больше, больше денег. Давай, $7000. Я просто хочу попробовать сделать восстание против событий. Если вы показали весь свой профессионализм на работе, именно поэтому вас повысили в должности. Теперь вы получаете больше зарплаты. Ну и работать придется тоже дольше. Окей. Так, давай, 10 зелени мне нужна. Готово.
Итак, совершая это, вы начинаете восстание против роботов. У вас есть 75% шанс, что неудача окончится смертью. Вы готовы? Ну что, ребята, бросим YouTube ради спасения всего человечества. Свобода! Вы уничтожили всех роботов, мир гордится вами. И у нас снова рутинная работа. О, Господи. Так, вот такие вот дела. Я думаю, что здесь мы, пожалуй, закончим. Вот такой вот необычный, с меру забавный и нифига не настоящий симулятор ютубера. Надеюсь, что вам понравилось, друзья мои. До скорых встреч. Пока-пока.